Вот они, финалисты муниципального конкурса «Педагог года 2022». Аплодисментами их встречают в зале школы номер 16 микрорайона Жигалова. Еще несколько минут, и результаты будут объявлены. Такой волнительный и одновременно торжественный момент. Они бросили вызов самим себе и доказали: их педагогическое видение, современный взгляд на профессию, умения и наработки достойны внимания. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил участников конкурса, поблагодарил их за труд и старания совершенствоваться в выбранной профессии, повышать уровень мастерства. Качество образования, оно формируется вами, а вы, улучшая свои навыки и компетенции в соревновательных процессах, конечно, делаете большие шаги вперед. Вы лучшие в нашем городском округе Щелково, лучшие педагоги, воспитатели, и для меня большая честь рядом с вами находиться. Я поздравляю всех, кто уже является номинантом, и, конечно, поздравляю победителей. Конкурс проводился по 5 номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и «Педагог-психолог 2022». В этом году о себе заявили 56 талантливых педагогов. Сам конкурс состоялся в 22-й раз. В первую очередь, это площадка педагогического мастерства, через которого транслируется потенциал всего образования городского округа Щелково. Это одна из эффективных форм раскрытия педагогов, раскрытия их творческого потенциала, раскрытия их профессионализма. Оценивала работу конкурсантов компетентное профессиональное жюри. В его состав вошли победители конкурса прошлых лет и педагоги с многолетним опытом работы. Участниками конкурса стали учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования. Всем им предстояло пройти ряд интересных, но весьма непростых конкурсных испытаний. Провести уроки у незнакомых учеников, принять участие в мастер-классах и круглых столах, публичных выступлениях. В течение нескольких месяцев они проходили различные конкурсные задания. И вот наступает момент финального аккорда. Пора узнать, кто победил. Интригу организатор конкурса, Щелковский учебно-методический образовательный центр, сохранил до конца. Именно тех, кого ждал в этот день пьедестал, прозвучали в финале церемонии. Так, учителем года стала Мария Матыцына, педагог лицея номер 14 имени Гагарина. Лучшим воспитателем — Юлия Унгурян, воспитатель детского сада номер 5 «Каруселя», педагогом-психологом — Елена Зернова из детского сада номер 63. В номинации «Сердце отдаю детям», где соревнуются педагоги дополнительного образования, победила Евгения Шашина, преподаватель центра «Роман». А в номинации «Воспитать человека» — Татьяна Горобчук, учитель русского языка и литературы школы номер 20. Наградой для победителей и призеров стали гранты главы городского округа. Мне помогала великая русская литература и русский язык, поэтому я справилась. Волнение, я еще не до конца осознаю свою победу. Для меня это большая честь. Это те впечатления, которые остаются с нами на всю жизнь, и, конечно же, со мной. Большое счастье испытываю и, конечно же, горжусь. Это было очень волнительно. Все-таки доли сомнений у меня присутствовали. Все коллеги большие молодцы, составляли большую конкуренцию. Действительно, все коллеги достойны, которые принимали участие в этом конкурсе, все показали себя настоящими профессионалами. Теперь перед победителями муниципального конкурса стоит непростая задача, ответственная миссия — представить городской округ на региональном уровне. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.